Наталія Швець – дизайнерка одягу, учасниця конкурсу «Битва модельєрів» у Львові у 2018 році. Дизайнерка представила свою першу колекцію, в показі якої брали участь сини Наталі. У старшого хлопця – аутизм. Учасниця конкурсу «New Fashion Zone» в Києві, актриса інклюзивного театру громадської організації «Діалог». Так, доброго ранку. Вітаю наші ранкові студії. Я так розумію, фото так вас налаштували на ефір. Говоримо дійсно про актуальну тему, тому що інклюзія, ми знаємо, в освіті дуже зараз піднімається тема, але в індустрії моди це щось новеньке, як на мене, і в Миколаєві також. Звідки взагалі у вас взялась ідея от займатися такою темою? Ну, я розумію, що тому що у вас синочок є такий, так? Ну, будь ласка, да, розказуйте. Я мама особливого ребенка. Моєму мальчику зараз 16 років, у нього аутизм. Идея возникла, естественно, мой сын подтолкнул к этой идее. Всю свою жизнь, как я себя помню, я шью. То есть я закончила университет культуры на специальность менеджер модельного бизнеса. И все время шила на заказ, как бы потом у меня родились детки, у меня двое детей, два сыночка, старшему Семен и младшему Миша, ему 13 лет. И в процессе в реабилитации, то есть как бы взросления, я все время была занята детьми. Сейчас как бы в моей жизни более-менее стабильность, и у меня такая как бы возникла мысль. Я познакомилась с родителями таких детей, познакомилась с детками с особенностью развития. То есть я увидела, какие они красивые, какие они прекрасные, умнички, какие они сильные, то есть как бы стремятся к победе постоянно, они к чему-то добиваются. И мне захотелось как-то этих детей как бы показать это нашему обществу, потому что тема инвалидности как бы для нашего общества, она как ну, закрыта. Не все хотят слушать и не слышат наши как бы просьбы. И вот в 2018 году, проходя мимо университета культуры своего родного, который когда-то я заканчивала, я увидела факультет, набирается студенты на факультет дизайн одежды. У меня такая мысль возникла, почему бы и нет, я хочу расти, ну, как создавать коллекции, шить я умею, как создавать коллекции, с чего начинать, где делать показы, то есть как это все, весь процесс устроен, я как бы не знала. И получается, как бы я поступила в университет, и пошло, и поехало, то есть уже в ноябре я выпустила свою первую коллекцию своими силами, это было очень тяжело финансово, конечно. И в показе этой коллекции мне очень помог университет культуры, потому что я от нашего факультета поехала в Киев как студентка на конкурс «Битва модельеров». В этом показе участвовал мой ребенок, Сеня, и сын, ну, они вдвоем участвовали, но я имею в виду, что это был показ первый инклюзивный. Было 5 моделей, и одна из них была с инвалидностью. То есть это был мой сын Семен. Вы сами понимаете, что индустрия моды... Как это для него было? Потому что, ну, я рассказываю, потому что индустрия моды, вообще модельный бизнес, это настолько все сумбурно, суетливо, громко, неожиданно. Это те вещи, которые боится мой ребенок. Там очень быстро нужно реагировать, так вот. Да, да, да. Ну, эти вещи, которые боится мой ребенок. То есть что-то непредсказуемое. Но я верю в Сеньку, верю в его успехи. И мы решили это сделать, потому что он очень модельной внешности, он красивый мальчик, он высокий. То есть есть все показатели для того, чтобы, как, ну, чтобы он был моделью. Мы в Николаеве были репетиции, мы сделали репетиции дефиле, нам помог центр «Калибри» в этом. И мы поставили в дефиле так, чтобы Сеня был постоянно с кем-то, то есть его передавали, рисунок был в дефиле, то есть его передавали, потому что сам он бы не пошел, он бы растерялся и пошел, а так как бы это было подконтрольно. Не поддержка. Да, да, и в общем здорово все получилось. Был такой сложный момент, когда в нашу примерочную, где мы раздевались, переодевались, зашла девочка с воздушным шариком, это самое страшное, то есть для него, он очень боится воздушных шариков, потому что внезапность, взрыв, то есть как бы может лопнуть, этот звук его как бы нервирует.
Вот он расстроился, но мы все вместе уговорили его. То есть здесь есть тоже тот же социальный аспект. Дети, которые были вместе со мной, они прониклись, они переживали вместе с Сеней. И вот мы вместе справились, понимаете. Он вышел на подиум, все замечательно прошло. То есть я поняла, что нужно двигаться дальше. И следующая идея возникла для конкурса New Fashion Zone. Это очень хороший конкурс на такой довольно высоком уровне. Он проходит в Киеве. Мы подали, то есть я уже студентка, у нас уже есть своя команда, есть девочка, которая хорошо рисует, студентка, есть девочка, которая занимается батиком, вышивкой, то есть есть поддержка. И знаете, как бы почувствовала все, что мы можем создать что-то грандиозное. И мы, значит, как бы... Так народилась ваша коллекция «Крылатая Да, Англия», да, так? Мы, получается, как бы девочка Эмочка Кузьмина нарисовала, сделала эскизы, мы их отправили, и эти эскизы прошли, то есть отбор, мы выиграли бесплатное участие. И 19 апреля мы поехали уже с двумя нашими моделями, это был второй тур, надо было привезти две модели. Вот мы их привезли. Конкурс, в конкурсе участвовали больше 110 дизайнеров. Мы уже как бы гордились тем, что мы прошли. Ну, мы не прошли дальше, но это не значит, что мы остановились, мы дальше відшиваємося. Просто і для себе, і для країни таке ж зробила, тому що от, показати, от, як можна от, робити такий одяг, так? Але ж його треба адаптувати, так? І наскільки розумію. Тому що під ну, таких моделей, от, як ми бачимо на фото, їм зручно, а от для дітей, дівчаток? Да, ну, ця колекція більше була как бы для того, щоб показати, що у кожного чоловіка є крилі, такі духовні, душевні, тобто, які нас несуть, не потрібно останавливатися, якщо навіть ты плохо ходишь или что-то в твоей жизни происходит не так, но не нужно останавливаться, все, все в твоих руках. То есть нужно расправить свои крылья и двигаться дальше. Вообще у меня ну, как в дальнейших планах создать коллекцию, адаптированную уже к людям с инвалидностью. Ну вот, допустим, дети, да, как бы есть дети с синдромом Дауна, есть дети аутисты, есть с диагнозом ДЦП, есть с нарушением слуха, нарушением зрения. То есть и каждая, то есть одежда, она должна быть адаптирована к таким людям. Допустим, вот есть такие нюансы, дети с аутизмом, им их раздражают шнурочки всякие, они их постоянно их вытягивают, или там какие-то лацканы, они их смокчут постоянно, жуют, как бы, то есть нужно как бы учитывать, эти особенности нужно учитывать, да, создавая такую одежду. А ну, некоторые детям очень сложно какие-то замочки, то есть что-то упрощается тоже в обработке, ну, технология выготовления. А дети с синдромом Даун, допустим, у них пропорция нарушена, им очень сложно подобрать одежду, у них более короткие ручки, ножки. Одежда, ну, как бы обычная одежда, она нестандартная, она не всегда подходит, то есть нужно как-то подшивать, ну, ушивать. Вот так. Вже настільки ви з цим всім знайомі, я так розумію, вивчаєте це, щоб далі так, ну, малювати, робити, створювати ці колекції. Вже є якісь думки стосовно інших? Чи поки що допрацюєте «Крилату мрію»? Ми допрацюємо, дорабатуємо. Дорабатуємо «Крилату мрію». 7 июня буде показ в нашому виставочному центрі на Нікольській. Південь стайл, ну, будет участвовать в нашем университете культуры. Там мы покажем нашу крылатую мрию. И дальше, естественно, двигаемся дальше. Будет коллекция в стиле Прованс, летняя коллекция, где будут участвовать наши детки. В показе это будет инклюзивный показ. Для меня очень важно, чтобы это было инклюзивно. То есть люди с инвалидностью наравне с обычными людьми, как бы это такая, знаете, ну, это здорово. Это такое единение всего общества. І коротенько про досвід, можливо, інших місць. Чи є в інших місцях розроблюються такі моделі одягу? Чи все ж Миколаїв в цьому є, як першовідкривачем? Я смотрела, ну, как бы пока ничего не слышала такого, то, что в интернете я нашла, в России много, конечно, происходят показы, но не видела их успешных, как бы так, я не видела пока одежды такой, но конкретно адаптированной в коллекции. Мне понравилось, вот в Украине недавно был показ, в марте, Харьков Фэшн, где собралось очень много дизайнеров и их не коллекции, то есть показывали люди с инвалидностью наравне с обычными людьми. Это были колясочники, это были и люди с нарушением слуха,
и, то есть, вообще они в таком восторге, от всего этого прошло здорово. Но опять же, я не видела адаптированной одежды. Обычная одежда, ну, просто одежда. Не говорилось о том, что это так, чтобы под их именно конкретно, там да, было. Да. Угу. Да, то есть я думаю, что это такое новшество. Николаев, наверное, первый. Ну, если я ошибаюсь, я думаю, мне скажут об этом. Но будемо про це думати. Угу. Я вам дякую, що завітали сьогодні до нас і розказали про таку тему. Бажаю вам успіху далі, щоб у вас все вдалося і розвивати свої колекції. Я думаю, це буде дійсно необхідно і людям таким дуже приємно, що про них турбуються. Наталія Швець, дизайнерка одягу, сьогодні була у нас в гостях, поговорила на таку тему.